Тайна за семью печатями. Похоже, украинцам пока не суждено узнать, из каких счетов и каким образом конфисковали деньги у беглого президента. Те самые 1,5 миллиарда долларов Януковича. Краматорский горсуд еще 28 марта принял решение средства изъять, но текст судебного вердикта общественности недоступен. Прокуратура его попросту засекретила. Центр противодействия коррупции обратился в окружной админсуд столицы с требованием снять гриф «секретно», но сегодня получил отказ.